Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы часто присылаете мне на корректировку, на то, чтобы я вам подсказал, какие у вас ошибки в технике, видео с исполнением того или иного движения. Чаще всего это приседания или становая тяга. Чуть реже экстензии, гиперэкстензии и другие упражнения. Но сегодня прислали мне видео с заминкой после тренировки. Я думаю, вам будет интересно так же, как и мне. И мы должны друг у друга учиться, должны делиться друг с другом опытом. Кстати, скоро на канале уже 100 тысяч подписчиков. Ну, не скоро, еще, наверное, пройдет пару месяцев, как минимум. Потому что ни одного подписчика на YouTube-канале Heimerdinger Gym не накручено. Я вам это гарантирую, обещаю, чем хотите. Хотя есть люди, которые считают, что у меня накрученные подписчики. Но если посмотреть, тот, кто со мной еще 3 года назад, когда мы только начинали, видит, что у меня прирастает в месяц где-то от 2, максимум до 5 тысяч подписчиков чистыми. Я смотрел статистику, отписывается где-то 1000-1500 ежемесячно. Поэтому в среднем где-то 2500-3 тысячи подписчиков ежемесячно прирастает. И это хорошо, это показывает, что люди стабильно просматривают мои ролики, пусть у меня просмотров не так много, но вы знаете, что у меня канал не развлекательный, и мы с вами здесь не шутки шутим, хотя тоже не без этого. Поэтому, друзья, присылайте, не стесняйтесь свои видеоролики, вы знаете, я всегда подскажу, помогу, чем могу, вам хорошо и мне приятно, и канал развивается. Также, если хотите помочь каналу, ставьте лайк, если вам понравилось видео, и пишите, что понравилось. Если вам не понравилось, ставьте дизлайк и тоже пишите, что вам не понравилось в комментариях. Комментарии, лайки и дизлайки – все это помогает каналу развиваться. За что я вам лично от себя благодарен и те, кто смотрит мой канал, мои ролики. Делитесь моими роликами у себя в соцсетях.
вам понравился ролик, делитесь моими роликами в соцсетях своих. Надеюсь, вы получаете много полезного из видеоуроков, из статей. И увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и, конечно же, силы без травм. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайк. Если нравится, комментируйте, что понравилось, что не понравилось. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарии, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем счастливо и удачи, сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.